Офис микрозаймов, вечер. Работница собирается домой, но встречает клиента в маске, в руках мужчины канцелярский нож. Напуганная сотрудница долго и упорно объясняет злоумышленнику, что налички в сейфах уже нет, и максимум, на что он может рассчитывать, это деньги из ее кошелька. В конечном итоге мужчине пришлось спешно удалиться с пустыми руками и спрятаться в подъезде одной из близлежащих многоэтажек. А это он же несколькими днями позже. В отделе полиции честно рассказывает о своих подвигах оперативникам уголовного розыска. Напугал там девчонку, которая работает. Думал денег ограбить. Как пугал? Сказал, давай кассу, и показал нож. Она испугалась и сказала, что успокойся, ничего не будет, убрал нож. Стоял, ждал, когда откроется касса. Потом, понимая, что могут посадить, испугался и убежал. В отношении ранее неоднократно судимого злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.